1 октября по распоряжению губернатора Сергея Морозова и главы города Сергея Панчина коммунальные службы приступают к подаче тепла в жилой фонд Ульяновска. Все ведомственные источники, все наши муниципальные котельные, они уже включены. Осталось только подключить систему центрального отопления многоквартирных жилых домов и довключить объекты, которые находятся, социальные объекты, которые находятся в жилых домах. В основном это библиотеки и административные здания, которые принадлежат Министерству здравоохранения. Все школы, все больницы, все детские сады, то есть там, где есть люди, там, где есть круглосуточное пребывание, запущено еще на прошлой неделе на 100%. По графику пуск тепла по линии ТЭЦ-1 будет произведен в течение 5 суток, по ТЭЦ-2 – 3 суток. За это время будут запущены муниципальные котельные. В течение сегодняшнего дня планируется пустить тепло в оставшиеся 9 объектов системы здравоохранения, которые расположены на первых этажах многоквартирных жилых домов. Ситуация с началом отопительного сезона находится на постоянном контроле администрации. При возникновении жалоб и вопросов жители города могут обратиться в контакт-центр при главе города по телефону 73 79 11.